Дорогой друг, дорогой дачник, у нас сегодня 3 сентября 2016 года. И давайте посмотрим, что у нас выросло в картофельной делянке, эксперимент который я затеял еще с прошлой осенью. Все подробности о подготовке делянки вы увидите ниже. Сейчас давайте хоть на одном, на двух кустиках посмотрим, что у нас выросло или нет, а потом тогда я соломку отсюда уберу, и то, что выросло на кустиках, мы разложим вот так. Здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 10 кустиков. Ну давайте попробуем сейчас. Давайте вот тут попробуем. Так. А, вот еще момент. Смотрите. Вот все говорят про личинку майского жука. Вот обратите внимание. Видите? Она погибла, и ее кушает какой-то, типа зеленый грибок. Вот. Особо никаких, уже таких глобальных уронов эта личинка не наносит. Ну вот, я уже, знаете сколько, лет 5 замечаю вот в мульче вот такие вот мертвые личинки, которые, скажем так, поедает какой-то микроорганизм. Может, это плесень, может, другой грибок. Вот. Ну ладно, давайте посмотрим. Так, ага, а вон, смотрите, есть что-то, да? О, видите? Так, давайте сюда чуть, в сторонку. Так, давайте его тут уберу. Ага, вот, смотрите, ой, и слизни тут, собаки. Это, короче, не слизни, а собаки. Так, две картошины, да? О, смотрите, вот еще. Вот, видите? Так, вокруг мы с вами посмотрели, да? Так, а под кустом там есть что-то? Давайте сейчас. Ну и вот такие. Так, давайте сейчас я... Так, больше нет там. Так, правда, видите, влажно тут все, и картошка получается немножко грязноватой. Так, вот вроде бы и все с одного куста, да? Давайте посмотрим теперь тут, есть что у нас с вами. Вот, смотрите, вот видите, есть тоже, да? Вот, смотрите. Вот, а вот еще. Ой, а вот еще, смотрите. Сейчас я вам, чтобы солнышко светило. Вот, видите. Так, и будем смотреть еще что. Так, в углу. Ну, может быть, там что-то есть и под самим кустом. Ага, вот, упирается она. Ну, я ее так одним... Ну, ладно, сейчас... Двумя пальцами попробую. Вот, смотрите. Ну, давайте, короче, сейчас я выберу, уберу из делянки солому, и тогда весь урожай, который вырос вот на этих 10 кустиках, я вот сюда вот выложу.